Я тебе не ребенок. Нет? Нет. Поспорим? Давай. На что спорим? На ночь любви. Что? Да. Я докажу, что я не ребенок. И не сплю в памперс. Я взрослая женщина. Сдаешься? Это шутка? Нет. Это пари. Ты не решишься заняться со мной любовью. Не зли меня. Ты сдаешься? Ладно. По рукам. Только ты первая запросишь пощады. Я заеду за тобой вечером. По рукам. Тобиас! Да. Твои усы. Убери его как можно скорее. А разве Бернардо Бересконе не друг Франко Альберти? Да. Поэтому не надо его мучить. Что-нибудь быстренькое. Удавка на шею. Спасибо, ты свободен. Пока. Прости, но она моя начальница. Больше двух говорим вслух. Меня уже нет. А ты хорошенькая. Раньше я не замечала за тобой этой особой дикой красоты, грации. Вы хотите послать меня на конкурс «Мисс Вселенная»? Наберись терпения. Я давно искал случая поздравить тебя с вокальными данными, которыми Бог тебя наградил. Спасибо. Кстати, по какому случаю мы тут собрались? Наберись терпения. Вот теперь все в сборе. Можно начинать. Приступим. Меча и Изабель требуют убрать Марио из дома. Я тоже хотел, но теперь я им покажу, кто в доме хозяин. Правильно? А то я уже решил, что ты постарел и потерял хватку. Еще одно слово, и ты потеряешь челюсть. Скоро выборы. Дети меня поддержат. Все трое. Да, все. Только одного я все-таки проучу. Единственное условие — ты уходишь от Альберти. Ты не останешься в накладе. Неужели? Ты сделаешь блестящую карьеру. Держись. Подальше от Гастона. Я выведу тебя на орбиту, хотя место в десятке лучших обойдется мне недешево. Видеоклипы, заграничные турне, мировая слава. Сладкие мальчики на подтанцовках, шикарные поклонники. Мы пробьем тебе главную роль в каком-нибудь телесериале. И все это я получу только за то, что уйду от Альберти? Совершенно верно. Это все? Тебе в любом случае придется покинуть студию Альберти. В любом случае. Не трогай Гастона. Могу я подумать пару секунд? Готова? Придумала. Я отвечу вам словами великого классика. Неужели? Получи! Присаживайся. Ну что? Как прошла встреча? Заказ примет. Ну и как случится это несчастье? Он все подумает. Бернардо его хорошо знает. Пуля это исправит. А что директор клиники? Спящая снова заснула. И ты? По-прежнему вдовец. Что такое? Опять эти мысли. Душа, смерть, совесть. Я приговорил друга к смерти, бывшую жену к вечному сну. Кошмар. Слушай, там наверху кто-то записывает мои деяния. Франко, хватит шутить. Нет ни Бога, ни черта. На кону только жизнь.
Дай-то Бог. Или черт. Если там кто-то есть, я здорово влип. Стоп! Остановите музыку. Ален, ты где? Это уже вторая ошибка. Вторая. И ты еще на что-то надеешься? Ты куда? Репетиция продолжается. 5, 6, 7, 8. Исабель, я не могу выгнать его на улицу, если собираюсь признать его как сына. Он ребенок Орлинды. Мне плевать, кто его мать. Выгони его из дома. Ну чем он тебе мешает? Меня унижает присутствие сына служанки. Подумай о своем имидже. Это живой свидетель того, что ты изменил своей жене. Да, я был неверен, но другой жене, покойной. Скорее спящей. Для всех она умерла. Мне все равно. Марио – памятник твоей измене. А политик должен быть образцовым семьянином. Да в Конгрессе полно неверных мужей. Они не трубят об этом. Хочешь знать, почему он здесь? Да. Орлинда меня шантажирует. Она подслушала мой разговор с врачом. Который усыпил маму Меча и Гастона? Да, усыпил. Почти вечным сном. Почти? Она проснулась. Спящая проснулась. С какой стати я должен выгуливать каких-то детей? Я сегодня встречаюсь с Сиси, и это единственная отговорка, которая пришла мне на ум. Встречаешься с Сиси? Ты же ее видеть не можешь. Это пари. Какое? Она заявила, что я не решусь заняться с ней любовью. И мы поспорили. Ее ждет большой сюрприз. Она навсегда запомнит эту ночь. И отстанет от меня. Это не в твоем духе. Ты что, забыл наш кодекс чести? Нет еще. Что такое? Пункт первый. Джентльмены не спят с женщинами, которые не отвечают за свои действия. Ох, ты еще помнишь? А ты уже забыл. Ладно, Сиси понимает, что делает. У нее все в порядке с мозгами, а вот тебе не хватает чувства юмора. Сиси, еще так мало лет. Но, пожалей неразумного ребенка. И ты еще говоришь о жалости. Ты слышал о вчерашнем? Я выхожу из ванной в хорошей компании и вижу вот такое красное сердце, нарисованное нитрокраской на моей простыне. Сегодня она переоделась парнем и полезла ко мне целоваться. И это ты называешь ребячеством? Ну, извини. Ты надеешься выиграть спор? Конечно, я его выиграю. Лало, она первая струсит. Дорогая, все хорошо. Ситуация под контролем. Это ты под контролем у своей служанки. Я немедленно поставлю ее на место. Постой, не торопись. Сейчас не время портить отношения с Орлиндой. А когда же? Скорее, чем ты думаешь. Завтра я выставляю свою кандидатуру на выборы. Там приедут фотографы. От тебя требуется одно.
быть на высоте. Не дерзи мне, я всегда на высоте. Я знаю, любовь моя. Одно условие. Марио не будет на снимке. Но это невозможно. Кандидат обычно фотографирует со всей семьей. А значит, и с Марио. Эй, ты чуть не плачешь. Что случилось? Глупый вопрос. Ты перенесла операцию, Ката потеряла ребенка, ты осталась без работы. Да, я бы тоже заплакал. Это все? Мне стало еще хуже. Ну, прости. Я еще потеряла свою мечту. Какую? Обыкновенную. Стать певицей. Меня рвут на части. Соглашаться или не соглашаться. Подписывать контракт или не подписывать. А если подписывать, то с этой жабой или нет. Знаешь что? А ты выпусти CD с двумя песнями, которые уже записаны. Какой CD? Мне плохо, а ты о CD. Я хотел тебя развеселить. Еще одна такая шутка, и я куплю веревку и мыло. Или брошусь с моста. Ну, надо распространить ее диск по всем радиоканалам. Какого черта я оказалась в этом баре наедине с предками Марии Пии? Си-си, я работаю на них и не имею права ослушаться приказа. Я тебя предупреждаю. О чем? Держись от них подальше. Подпиши контракт с конкурентами. Что мне это даст? Свободу, Си-си. Ты не будешь зависеть ни от клана Альберти, ни от Бероскони. Я буду твоим менеджером, и мы разбогатеем. Давай сюда. Что? Контракт? Я подпишу. Как жизнь, Леандро? Ответ будет зависеть от тебя. Зачем звал? У меня есть работенка. Для человека с лицом учителя средней школы. Я должен похитить школьника? Нет. Убрать одного типа, который знает меня в лицо. А при чем тут я? Ты вотрешься в доверие. Он ищет шофера для дочери, у которой мозгов не хватает, чтобы водить машину. Ясно. Я войду и скажу: «Привет, я ваш новый шофер». А как я узнал? Они дали объявление. Это надежный источник, не бойся. Ты представишься, пройдешь тест, пообщаешься с ними пару дней. Выясню привычки, расписание и передам их тебе. Давай по порядку. С твоей помощью я составлю план, и мы его исполним. Сколько? Поверь мне, деньги немалые. Нет, пока еще нет. Я уже звонила в агентство, но у них нет сейчас свободных водителей. Может, ты сама научишься? Прости, я не хотела тебя обидеть. Целую, пока. Великовозрастная дура не умеет водить. Давай перейдем к делу. Давай, я не выношу Франко. Я тоже. Раньше он тебе нравился. А теперь он путается под ногами. Бернардо, мы должны выработать стратегию, чтобы избавиться от него. У тебя есть мысли? У меня есть человек, которому можно это поручить за вознаграждение. Мог бы и не объяснять. Так позвонить ему. Позвони. Пусть он припугнет Франко до колик. До смерти? Я сказала, припугнет. Пусть Франко полежит в больнице, подумает. Только без смертельного исхода. Ты еще никого не убил? У меня нет контракта под рукой. Подпишем его завтра. Завтра я могу передумать. Ну, тогда лучше сразу об этом забыть. Ясно? Хочу сейчас.
А я хочу, чтобы ты подумала. Что? Я подумала. Я просто умру на месте, если сию секунду не подпишу что-нибудь. Завтра я внимательно прочту контракт. Если там все в порядке, ты его подпишешь. И мы с тобой всем утрем нос. Готовься к славе. Я не хочу вам досаждать после вашей щедрости. Тогда в чем дело? Не хватает пустяка. Да? Работы для Марио. Он работает в супермаркете. Я тоже по молодости работал продавцом. Да, но ему пора получить повышение. И не обязательно в супермаркете. О чем ты? Я признал его, привел в дом. Он будет фигурировать на моем кандидатском портрете. Все это очень мило, но я говорю о работе, сеньор. Ему подойдет хороший пост в фирме. А ты не слишком многого хочешь? Это плата за годы, которые он провел без отца. Берегись. Будь осторожна. Граница между жизнью и смертью слишком тонка и незаметна. Нет, Мария Пия, это только для мальчиков. Тебе там не место. Да, приехали одни мальчишки. Уговор дороже денег. В следующий раз я тебя приглашу. Да, целую, пока. Да. Можно? А, проходи. Гастон, я должен сказать тебе кое-что. Этот красавчик нас заметил. Думаешь? Да. Прости, мне пора на собрание. Что тебя туда так тянет? Что вы там делаете? Чего мы только там не делаем? Все. Во-первых, обмениваемся опытом общения с клиентами. Обсуждаем популярные товары, новинки, слушаем советы по повышению продаж, рассказываем анекдоты, веселимся от души. На концерты ходить не надо. Ладно, я боюсь что-то пропустить. Беги. Этот парень уже все глаза на тебя проглядел. Удачи. Марио, хватит ходить кругами. Это и твоя фирма. Ну, что у тебя? На меня слишком неожиданно все это свалилось. У меня никогда не было семьи, да и всего прочего. Мне это в новинку. Я ждал этого всю свою жизнь. Мечтал разыскать папу, маму, братьев. Но не думал, что все будет так, как в сказке о Золушке. Ты не Золушка, брат. И твоя семья не исчезнет ровно в полночь. Ныне это твоя жизнь. Ты даже не представляешь, как я тебе благодарен за теплый прием. Для меня очень важно, что ты признал меня братом. Вернее, сводным братом. Да забудь об этом. Брат или есть, или нет. А наполовину не бывает. Ты мой брат. Добро пожаловать к нам. А почему ты звонишь именно сегодня? А что, сегодня особенный день? Да нет, просто ты давно не проявлялся. Ну, не каждый день у меня возникает в тебе необходимость. А сейчас возникла. Тебя это заинтересует. Так когда мы встретимся? До завтра. Тогда до встречи. Завтра Бернардо ждет меня для разговора. Наш объект?
Да, он самый. Ты будешь сидеть у него за спиной, читать газету, изображать зеваку. А если он меня запомнит и потом признает, поэтому ты сядешь у него за спиной. Понятно? Чтобы он меня не заметил. Да. Ты последишь за ним. Странное совпадение. Франко просит его убрать, и теперь вдруг Бернардо сам мне звонит. А вдруг эти двое испугались, что я успел много о них узнать. Что-то не так? С кем? Со мной. Ребята что-то приклеили? Нет, ничего. А над чем ты смеешься? Над тобой, конечно же. Надо мной? Почему? Почему? Ты пролез в семью Альберти, чтобы ходить в костюме разносчика из магазина? Прости, но я горжусь своей работой. Живу на нее. Да? И будешь оплачивать с получки счета за дом? Смешно. Ты явился сюда в поисках богатства. Нет, меня не волнует ваше богатство. Нет, просто я наконец-то обрел семью, свой собственный угол. У тебя губа не дура, ты все прочитал. Теперь ты член богатейшего клана в стране. Я не выбирал. Так получилось. Я бы предпочел другое. Да? Да. Если ты недоволен, то тебя тут никто не держит. Мичи, почему ты меня не взлюбила? За что? Тебе нечего тут делать. Убирайся. Папин, у меня к тебе огромная просьба. Все, что пожелаешь. Друг, это святое. Спасибо. Тебе придется закрыть бар и подготовить кое-что. Частная вечеринка? Я угадал? Открой мне тайну. Где Лало взял деньги на свой бизнес? Не знаю. Кажется, получил наследство. Я переночую тут с девушкой. В пятизвездочном отеле будет дешевле. Конечно, там менее помпезно, но все равно, Папин. Хорошо. Какие указания? Куда, интересно, ты собрался? К себе. Я же попросила тебя убраться. Мече, это мой дом. Здесь живут мои папа и мама. Мама? Отец сказал, что она давно умерла. Она живет в этом доме. И кто же она? Я. Марио, мой сын. Арлинда? Выметайся отсюда и забери своего сына. Я не сделала тебе ничего плохого. Ты врала мне. Ты родила ребенка от моего отца и скрыла это. Нет, Меч. Я думала, что он умер при родах. И лишь недавно. Мне плевать. Это мой дом, и я ни с кем не намерена его делить. Забери его. Чтобы ноги вашей тут не было. Знакомый голос. Я обожаю ее песни. Значит, она все-таки выпустила этот, как его, CD? Да, CD. Нет, это радио. Радио? Сиси поет по радио? О, Боже! Что я слышу? Твоих рук дело. Мы с Папином разнесли ее диск по каналам. Никто ничего не обещал. А теперь... Это настоящий шлягер. Мы хотели вернуть ей ее мечту. Спасибо тебе и твоему ненормальному другу. Я передам. Наслаждайтесь музыкой. Да. Пока. Пока. Девочки, у меня к вам дело. Соберите всех ваших друзей. Ты плачешь? А ты удивлена? Мой ребенок погиб. Ты не виноват. Он бы выжил, если бы я не связался с тобой. Говорят, что Бог не делает все к лучшему. Это судьба. Как у тебя все просто? В наших ошибках виновата судьба?
Давай не будем это обсуждать. Но это правда. Из-за тебя я потерял Кату и ребенка. Разве? Я заставила тебя переспать со мной. Нет, это моя ошибка. Я виноват в том, что послушался тебя. Пошел на поводу. Запомни хорошенько, Роман. Не вздумай меня бросить и вернуться к ней. Я наложу на тебя руки. Клянусь, я расстанусь с жизнью. Ты красавица. Ты тоже ничего. Я как сдувшийся шарик, пустая кошелка. Нет, ты принцесса в пижаме. Ты ни в чем не виноват. Нет? Нет. И маги тоже. Ей нужно помириться с тобой. И вообще, твой ребенок был таким хорошеньким, что Бог решил его усыновить. Мне нравится эта версия. Ты помнешь кофту? Ну и что? Кстати, куда ты собралась? Только не убивай меня. Я поспорила с Гастоном. Ну так, у нас пари. О чем? Что я не побоюсь заняться с ним любовью. Дурочка! Я и сама уже не рада. Но теперь не знаю, как мне слинять. Очень просто сбежать от него подальше и спрятаться. Нет, чтобы он победил. Не играй с огнем, обожжешься. Ката, я придумала, как его запугать, чтобы он сдрейфил и признал поражение. Победа будет за мной. Удачи. Ты решился прийти? А ты меня ждала? Не испугалась? Ох, и классно, я повеселюсь этой ночью. Сегодня ночь не веселье, а любви. Хоть и запоздалой. Я делаю это не из-за любви. Ты забыла, что мы поспорили? А я не привык проигрывать. Какая случайность? Я тоже. Я умею проигрывать только пластинки. Отлично. Я надеюсь, что в последний момент ты не выскочишь оттуда со слезами на глазах и с криками: «Ой, какое позорное поражение! Как стыдно!» А я надеюсь, что ты меня не разочаруешь. В твоем возрасте часто случаются проколы. Не бойся. Я не боюсь маленьких девочек. На всякий случай я захватила валиду. Отлично! Спасибо тебе. Ну что, начнем наши пари? Пошли. Одно условие. Тебе не надо видеть, куда мы едем. Почему? Я подготовил это место специально для тебя. И хочу тебя удивить. Поцелуй меня на ночь. Прекрати. Поцелуй. Нет, Франко, дома это опасно. Риск – благородное дело. О чем мы с тобой договаривались? Что будем целоваться, когда рядом никого не будет. А при людях будем делать вид, что неприятны друг другу. Мне не нужны проблемы. Мне тоже. Ради тебя. Покинь этот дом. Мы будем встречаться снаружи. Я не могу уйти, ведь здесь ты. Нет, здесь живет Изабель, а не Лайза. Мне все равно. Я полюбил их обеих. Ничего не выйдет. Идем в библиотеку. Мы пришли? Я не хочу выглядеть слишком усталой. Это здесь. Это будет нечто необыкновенное для необыкновенной женщины? Да, дорогая, поэтому эту ночь не забудут ни наши друзья, ни ты, ни я. Друзья?
Я ужасно дикий. Мои ночи любви всегда заканчиваются скандалом. Прошу. Довольно. Я привела тебя сюда не за этим. Это выше моих сил. Пожалей меня. Еще немного, и я не смогу удержаться. Уходи, пока еще не слишком поздно. Пожалуйста, уйди. Не то я сама тебя поцелую. Отлично. Вот мы и пришли. Наконец-то. Теперь ты узнаешь, что может Сиси. И что же? Ты увидишь, что я вовсе не ребенок. Неужели? Я хочу смотреть поле боя. Сними повязку. Да. Это же бар. Да. Мы здесь ночуем? Ты же сама кричала, что ты крутая, что готова заниматься любовью, где попала, так что... Да, я не погрешила против истины. Отлично. Раздевайся. Легко. Нет, постой. Это не все. Сдаешься? Итак, я жду женщину, которая не сдается. Это ловушка. Ты хочешь выставить меня на посмешище? Кстати, зачем тебе камера? Чтобы заснять твое лицо, когда ты поймешь, что тебе далеко до роковой женщины. И что твои уловки – детские шалости. Давай, покажи, на что ты способна. Ну же. Я скажу в микрофон, что ты предпочитаешь мужчин. Это вранье. И что испугался заняться со мной любовью. Да нет, я сниму штаны и сыграем в эксгибиционистов. Нет, это ты привел их сюда. Так что ищи выход. Уже нашел. Не бойся. Итак, большое спасибо вам всем, что пришли. Сегодня... Наша очаровательная гостья, милая девочка, которая скоро вырастет и станет женщиной. Я заставлю тебя подавиться своими словами. Ты хочешь сказать им правду? Вряд ли они обрадуются, узнав, зачем ты сюда пришла. Тебе и решать. Простите, не бойтесь, это я. Чилита, это совсем не то, что ты думаешь. Не переживай, мне все известно. В следующий раз не оправдывайся, не роняй достоинства. Что еще можно подумать, видя поцелуи? Я чуть не умерла от страха. Лучше от страха, чем от пули. Твой муж вооружен. Вооружен? Да. Франко здесь? Исабель! Лучше бы я умерла от страха. Тише, придумала. Скажи, что зазвала сюда Марио для разговора. Он думает, что я его не выношу. Я спрячусь. А мне-то что делать? Иди сюда. Простите. Хорошо. Я согласна. На что? Закончить то, что мы начали.
Раздевайся. Только не забудь, что камера отражает все недостатки фигуры. У тебя есть животик? Когда ты в последний раз был в спортзале? Ну, животик у всех появляется рано или поздно. А вот если у тебя есть целлюлит, плакат пропал. Какой плакат? Я пригласил фотографа, чтобы сделать плакат в честь этого события. Это надо объявить. Объявить? Все ждут спектакля? Я хочу еще раз поблагодарить вас и попросить прощения за техническую заминку. Просто девочка немного нервничает. Итак, мы начинаем. Я пригласил вас сюда, чтобы записать первый видеоклип Сиси. Музыка. Otra vez te vi venir, te vi llegar y me escondí y mis ojos se cerraron en mi almohada y entre sueños te hiciste de madrugada. ¿Para qué decidir? Ya habrá tiempo para irse y escapar y no elegir, pero tengo que decirte que no hay nada que me guste más que hundirme en tu mirada. No es que yo sepa qué hacer, quiero entender, antes que sea demasiado tarde. Муж давно ушел. Оторвитесь друг от друга. Шлюха! В следующий раз я не буду мешать Франку тебя убивать. Нет, прости меня. Ты меня спасла. Ничего. Это было приятно. Парень, от твоих поцелуев можно улететь? Когда она тебя турнет, приходи ко мне. Не пожалеешь. Я буду ждать. Догадываешься, где ты его будешь ждать? Я хотела сказать, что всегда готова разделить с подругой тяготы жизни. А разделить можешь забыть. Ой, мне до сих пор страшно. Он вооружен? Возможно, у него коллекция оружия. Помолчи. Если нас поймают, то мы живо окажемся под землей. Ну, я так и понял. Она все про нас знает и про Лайзу. Она моя подруга. Я поверяю ей свои тайны. И Лайзу она узнала очень давно. И даже сама участвовала в некоторых приключениях. Но это не важно. Правда же? Мы с Исабель встретились в те далекие времена, когда ее звали невероятная Лайза, а я была едва оперившаяся красная шапочка, которой перепадала. Не будем об этом. Как мне отсюда выйти? Муж сидит в гостиной. Спокойно? Спокойно. Иногда меня посещают гениальные идеи. Я пошла. Спасибо, что взяла нас в клип. Лала, где Гастон? Уехал после первой песни. Собака. Простите, сеньор. Что вы теперь обо мне подумаете? Ну, то же, что и раньше. Вы потрясающая женщина. Что сзади, что спереди, богиня любви и красоты. Вы так добры, сеньор. Стоять! Я тебе все объясню. Нечего здесь объяснять. Я ужасно
горжусь тобой. Да? Ты сделал то, чего я не смог до сих пор. Совратить кухарку. Какая женщина. Огонь. Моя кровь. Как тебе удалось? Ты ее в бараний рог скрутил. Сразу видно нашу породу. Да. Молодец, сынок. Ты уверен, что Франко ушел? Он у себя. На этот раз нам повезло, но нельзя так рисковать. Не бойся, Лайза. Наша любовь не даст нам пропасть. Я обожаю твой юношеский романтизм. Поцелуй меня перед сном. И пусть это будет долгий поцелуй, как ночи без тебя.